день, дорогие друзья и гости нашего YouTube-канала. С вами компания Arbat Homes и я ее представитель Екатерина. Сейчас мы с вами находимся неподалеку от городка Эрдемли. Ехали мы по живописной дороге и попали в район Силевке. Для чего же мы сюда приехали, думаю, вы поняли. А приехали мы для того, чтобы презентовать вам новый объект, который находится в районе с виллами. Сейчас я вам расскажу и покажу, где же мы находимся и что за территория вас ожидает. На территории нашего комплекса будет вся необходимая инфраструктура для вашей комфортной жизни. Это два больших плавательных бассейна, это детский бассейн, большой аквапарк, это детская и баскетбольная площадки, зона отдыха и зона барбекю, а также невероятно и безумно красивая озелененная территория с видеонаблюдением 24/7. Что, я вас заинтересовала? Тогда я вас приглашаю посмотреть на ваши будущие апартаменты с собственным выходом на террасу. Итак, сейчас мы с вами попали в собственную виллу планировки 1+1. На данный момент я стою в большой просторной гостиной, совмещенной с кухней. Квартира полностью меблированная, здесь остается большой телевизор, большие диваны, также кондиционер. Кухня у нас полностью со встроенным гарнитуром и остается вся бытовая техника. Проходя прямо по коридору, нам сразу же встречается большой вместительный шкаф со встроенной стиральной машиной. Слева от меня находится большой общий санузел, в котором располагается большая душевая кабина, а также это туалет, подвесные шкафчики, в которые вы можете сложить все необходимые свои вещи. Проходя дальше, мы с вами попадаем в светлую родительскую комнату. Она очень просторная. Здесь располагается большой вместительный шкаф, а также большая кровать. На полу у нас лежит ламинат, а в гостиной комнате и коридоре кафель. Дорогие друзья, посмотрите, что самое главное в нашей вилле. Здесь есть выход на собственную большую террасу с прекрасным видом на зеленый сад, безумно красивым фасадом, а также впереди нас наблюдается большой бассейн. Здесь вы можете прийти, посидеть, поговорить и выпить чай. Думаю, каждый о таком мечтает. Так, сейчас мы с вами находимся в этом шикарном месте на пляже района Силевке. Прогулявшись по шикарному зеленому парку, я оказалась в таком невероятно красивом месте. Что же я могу сказать? Здесь безумная широкая береговая линия, невероятно чистый и мелкий песок и безумно красивое море. А я хочу вам напомнить, что за всей подробной информацией вы всегда можете обратиться по номеру, указанному на экране. Можете нам звонить, писать, мы всегда готовы вам помочь. А у нас пришло время прощаться. Пока-пока, увидимся в Мерсине!